Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І наразі з вами прес-центр і я, його ведуча Руслана Козиряцька. І сьогодні говоримо про те, що під Дніпром пройде масштабне авіашоу Flight School Кам'янка Open Day. І сьогодні в прес-конференції беруть участь Олександр Федосієв, представник школи пілотів та співорганізатор шоу, а також Антон Ткаченко, співорганізатор шоу. Перше слово кому даю? Вам, Антоне, чи вам, Олександре? Куруйте процесом. Ну давайте вам, Антоне, розкажіть, будь ласка, що це за подія відбудеться і головне, як вам взагалі виникла ідея таке от шоу організувати? Очень просто. Когда люди встречаются, которые что-то делают позитивное, веселое, те люди, которые не могут просто сидеть на месте и которые хотят чем-то полезным поделиться, и у них получается есть сцена, есть самолеты, есть желание это показать людям, есть желание людей с этим познакомить, они назначают эту дату, и мы назначили эту дату 24 число, и в эту дату мы соберемся и покажем то, что мы запланировали. Будут и музыканты, будут и авиашоу, будут и ознакомительные полеты на самолетах, и будет много интересного. Що це буде саме? Розкажіть, будь ласка, більш детально. У нас сцена простаивала какое-то время. Мы решили ее поставить в правильном месте. Я считаю, это правильное место, это аэродром Каменка. И на эту сцену мы пригласили музыкантов, группа Топинамбур, если я не ошибаюсь. Да. Да. И еще ребята там хорошие люди. Они раньше, это все классные музыканты, которые нашим гостям подарят качественный звук. Еще мы пользуясь аэродром Каменка, имеет там более 50 самолетов легкомоторных, и мы их выставим красиво. Ребята готовятся, они делают описание каждого самолета. И все гости смогут познакомиться с тем, что авиация это не только Боинги, которые летят в Египет и в Турцию, это еще маленькие такие самолеты, как мы только что за эфиром говорили, от 2 до 8 мест, которые могут вас отвезти в любую точку Украины и ближайшее зарубежье. И это сделать на такой высоте, с которой вы сможете рассмотреть все удивительное, что есть, когда ты взлетаешь и летишь там на 1000 метров, 1500 метров. А это вообще, это совсем другой мир, совсем другие впечатления. Я ездил в Украину за рулем много тысяч километров, наверное, и больше миллиона уже. Но то, что человек чувствует, когда он летит и смотрит на те же привычные места, которые он смотрел с земли или с автомобиля, с автобуса, он смотрит это с высоты птичьего полета, это необъяснимо. Это такой кайф. Так красиво. Я всех приглашаю 24 числа для того, чтобы вы могли соприкоснуться и проверить, прав я или нет. Скажіть, будь ласка, от ваше захоплення авіацією, воно, я так розумію, це, ну, взагалі, це подія, і ваше захоплення, воно якось, ну, це не випадково, да, що ви стали співорганізатором? Це була мечта. Знаєте, от коли людина от має активний образ життя, я много путешествую, хожу в гори і думаю, от що ще? І от я смотрел на людей, які літають на самолете, как я там подписан на блогеров, есть такой Владимир Васильев, записки пилота, это тот человек, который действительно вот как-то в голове это скрутилось, о том, что собралась мысль о том, что действительно можно прийти в небо, потому что маленький самолет, он на самом деле стоит как приличный автомобиль, и даже дешевле. Это не какая-то заоблачная сумма, это не какая-то там далекая, несбыточная мечта, это рядом. И когда начал потихонечку давать этому энергии, время, вижу, что есть аэродром Каменка, а когда ты там даже слышал про него. И вот так вот слово за слово, степ-бай-степ, приходишь, смотришь, что ребята открытые, говорят, а ты не хочешь учиться на пилота? Глаза на лоб лезут. И я хочу сказать, я уже закончил, сдал крайний экзамен буквально неделю назад, и уже ожидаю лицензию частного пилота. Это очень круто. На Каменке мне это получилось сделать максимально коротко в этой авиашколе. И когда ты начинаешь во все это погружаться, ты понимаешь, что этот загадочный, далекий мир, на самом деле, он здесь, он открыт, и он доступен. Сейчас там 4 или 5 групп учатся, в каждой группе более десятка человек. И это все мега позитивные, открытые, такие сильные люди, ребята, которые четко понимают, что они хотят. Авиация все-таки требует ответственного поведения и осознавания того, кто ты и чем ты занимаешься. Потому что это все-таки зона повышенного контроля. И очень приятно, что эти люди, они открыты, они делятся. Они не прячут какие-то свои секреты там за спиной. Да. Олександре, скажіть, будь ласка, по-перше, який у вас досвід уже як пілота? І
Взагалі, чому ви вирішили підтримати цю ініціативу? А давайте я немножко вот для того, чтобы было понятно, почему, начну издалека, даже очень издалека. На самом деле сегодня, 21 июля, ровно 101 год с того момента, как в Екатеринославе прошел первый полет одного из первых авиаторов на тот момент Российской империи, Уточкина. На тот момент центром воздухоплавания была Одесса, и там была школа, и там было обучение. История небезызвестная в нашем городе, но вот 101 год назад. И с этого момента наш город неразрывно связан с авиацией. Именно с малой авиацией, с моментом обучения, с моментом прихода в небо. В 1933 году образовался авиаклуб, и уже в 1934 году первые этажерки У-2 поступили к нам сюда, и на них началось обучение пилотов. И пилотов стало больше, и с этого момента неразрывно, по сути дела, или вернее, непрерывно процесс обучения. И прежде всего на Каменке, на аэродроме Каменка был и продолжался до какого-то момента, потом уже вот в нулевых годах и в современное время этот процесс несколько прервался. И тем не менее мы решили возродить эту традицию, возродить это предназначение нашего аэродрома и города, увеличивать количество людей счастливых в авиации, которые могут летать и летать безопасно. И открыли обучение на аэродроме Каменка. И сейчас в рамках этого мероприятия мы хотим, как уже сказал Антон, я подтверждаю, познакомить людей вот с тем процессом, как можно летать, что такое малая авиация или авиация общего назначения, как можно стать пилотом. Потому что на самом деле я понимаю, что все летают на джетах. И все думают, да, вот чтобы стать пилотом, чтобы летать на джете, чтобы пилотировать этот самолет, это надо где-то с детства или там в раннем юношеском возрасте обучиться, и все. Другой альтернативы очень многие даже не видят. Нет, на самом деле это просто. И насколько это просто, и насколько это интересно, тут мы и хотим показать. Скажіть, будь ласка, от крім того, що ну це буде авіашоу, ще люди зможуть так спробувати себе в ролі пілотів. Це якісь майстер-класи чи якісь експрес-уроки? Що це буде таке? Ну, смотрите, самое главное, да, то есть для того, чтобы понять, что такое авиация, надо полетать. Естественно, мы такую возможность предоставляем. Можно сколько угодно смотреть видеоблоги, это сильно мотивирует. Можно сколько угодно изучать все это по книжкам. И это классно, да, я не буду приводить аналогии, но это не даст того ощущения, которое дает полет в самолете. Более того, пролетев в самолете во время ознакомительного полета, а чем еще хорошо такое мероприятие, там много самолетов, вы можете выбрать, на каком самолете полетать. Они все разные, они дают приблизительно одинаково классные ощущения, но разные в деталях. Можно, вот даже самый простой момент, очень многие спрашивают, почему у одного самолета снизу крыло, а у второго самолета сверху крыло. Я открою небольшой секрет, разницы практически никакой, это просто разные аэродинамические схемы, но тем не менее интересно полетать и на таком самолете, полетать на таком самолете. Такая возможность вот именно на открытых таких мероприятиях она есть. И вы почувствуете, любой, кто хочет полетать, любой, кто полетит, он почувствует вообще, это его или нет, захватывает это его или пугает. В большинстве случаев это захватывает, хотя вначале немножко пугает. А после этого эта мысль в голове остается, ну если кто-то может летать, почему я не могу летать? Скажіть, будь ласка, ще скільки буде взагалі пілотів задіяно в заході? Ну, і я маю на увазі ті, хто будуть вчити літати чи літатимуть. Давайте так, смотрите, у нас є інструктора, які мають право обучати літати. Їх не так много. Это постоянный состав, ну понятно, там есть определенные требования. Но есть огромное количество комьюнити пилотов Украины, мы их всех приглашаем на это мероприятие и ожидаем более 50, в конечном итоге более 50 бортов. Я не скажу, что все 50 самолетов будут летать, но как минимум до 10 самолетов готовы будут дать возможность пролететься и посмотреть, что такое полет на небольшом самолете. Когда земля, кстати, видна, очень хорошо видна, но она уже далеко, потому что ты уже на высоте. Скажите, пожалуйста, вот какие
міри безпеки застосовують перед підготовкою авіашоу, тому що ми всі пам'ятаємо дуже такий трагічний випадок на Скнилівському аеродромі. Як сьогодні вже авіація готується до таких от форс-мажорних випадків? Як ви перевіряєте це все в плані безпеки? Ну, это будет брифинг пилотов, на котором мы обговорим границы возможного и невозможного. Есть разные типы воздушных судов. Одни есть такие, как пилотажные, которые они созданы только для того, чтобы выполнять экстремальные виды полетов. Это фигура высшего пилотажа. Я думаю, что все преследуют одну цель – это безопасность. И вот эти все такие вещи, которые выходят, можно назвать экстремальными, можно назвать их такие спортивные. Такие элементы, наверное, мы постараемся или их ограничить, или сделать их понятными. Ну, конечно же, это будет на безопасном расстоянии. У нас будет работать группа волонтеров, которые будут следить за общим порядком. Все-таки самолет – это техника надежная, там все системы дублируются, но она требует здравого подхода. Невозможно там прыгать по крыльям, как, например, на поезде каком-то. Он достаточно хрупкий, поэтому ребята, волонтеры будут следить за тем, чтобы не было каких-то некорректного поведения к самолетам. И все пилоты, которые пройдут брифинг до мероприятия, будут знать границы возможного и как совершить безопасный полет в условиях этого аэродрома. І гості в тому числі. От ви сказали, що приїдуть пілоти, це будуть із різних міст України? Прилетять. З яких саме? Смотрите, сейчас авиация развивается очень широко, аэродромы есть по всей Украине, наши друзья-пилоты есть по всей Украине, Коломия, Житомир, Хмельницкий, Луцк, Харьков, Запорожье. Я не могу сейчас точно сказать, откуда, кто и откуда больше будет людей. Да? Естественно, мы ожидаем в центральной части больше пилотов, потому что все-таки расстояние поближе, быстрее сесть, там, за полтора часа, два часа долететь до нас. Но в целом это вся Украина. Розкажіть, будь ласка, от тепер по часу, де це буде проходити конкретно, о якій годині початок, для того, щоб люди більше подробиць дізналися про цей захід? З 15 до 20.00, по-моему, да? Смотрите, да, то есть на самом деле день открытый начинается, он открытый весь день, поэтому мы ожидаем прилет пилотов, начиная где-то с 10 утра, но они будут прилетать, они будут размещать свои самолеты на площадке. Сама программа, насыщенная определенными событиями, начинается с 15 часов. А с 15 до 18 это развлекательная программа, полеты, розыгрыши призов от спонсоров. После 18 часов начинается музыкальная программа, представленная двумя группами, и она будет продолжаться до 9 часов, то есть до заката. Поэтому и музыкальная программа носит название «Sunset on Каменка», то есть «Закат на Каменке». А от якщо враховувати капризи погоди, от чи можуть відбутися такі авіашоу, навіть якщо десь, не дай Бог, дощ додумає прийти? Пілот и прогноз погоды, вернее, скажем так, вот если обычные люди или большинство людей чаще всего смотрят ленту Facebook, Instagram и какие-то социальные сети, то пилот чаще всего смотрит прогноз погоды. Естественно, мы посмотрели прогноз погоды. Я хочу сказать, что на субботу предполагается очень комфортная погода. Ну, вы знаете, конечно, вероятность прогнозов, но тем не менее мы видим, что нехорошие погодные условия ожидаются сегодня вечером, завтра. Затем погода улучшается, и на субботу где-то температура до 28 градусов, переменная облачность, преимущественно ясно. Ветер незначительный, не усложняющий полеты и не влияющий на безопасность. Видите, чему учит авиация? Ты начинаешь разбираться в прогнозе как синоптик с высшим образованием, потому что это очень важно. Это еще один такой подкаст, который существует, когда человек понимает, что он летит в среде, и эта среда сильно влияет на качество и безопасность полета, и понимать, что в этой среде происходит, что такое нисходящие потоки, восходящие потоки. Я когда учился, я столько всего нового впитал информации, столько всего нового, я даже предположить не мог, что это так важно и это так интересно.
Скажіть, пане Олександре, от традиція взагалі в Україні в авіашоу, наскільки вона розвинена і, чи, і на кого нам можна рівнятись? Чи є такі от країни, де це вже дійсно, ну, воно просто вже введено в таку традицію, в культуру, можна сказати? Ну, смотрите, насколько я знаю, да, то есть авиашоу проводится практически во всех странах, где развивается малая авиация. Причем давайте сразу скажем, это не глобальное авиашоу, где представлено, например, как Ле Бурже в Париже, во Франции, а это авиашоу, где вот малая авиация представлена. Конечно, наибольшее развитие, которое мы видим по информационным сетям, такие авиашоу получили в Штатах, в Соединенных Штатах Америки, ну потому что там изначально и авиация развивалась больше, чем в каких-либо других странах. Там Сан-Инфан, Ошкаш. Вот эти названия для каждого пилота, они знакомы 100%. А в Европе наиболее значимый фестиваль — это Фридрихсхафен в Германии. Но тем не менее, помимо этого, еще раз я повторюсь, в каждой стране есть какие-то события. Я помню, в прошлом году я прилетел в Сувалки, аэродром в Польше, и буквально попал тоже на слет малой авиации. Они не такие значимые, как Фридрихсхафен, например, но тем не менее вполне со своим местным колоритом и интересны. В Украине фестивали проходят, слеты проходят ежегодно. Давайте я тут немножко скажу, даже не за Днепр, но наиболее, наверное, такие известные — это Житомир, это Харьков, это Коломыя. И с каждым годом больше и больше площадок хотят тоже собирать пилотов и проводить фестивали. Каменка, аэродром Днепра, тоже имеет традицию фестивалей. У нас есть такой фестиваль Open Sky Каменка, и он в этом году тоже будет. Но мы решили, что фестивалей, слетов должно быть больше. Чем больше, тем лучше. И чем больше их на нашей площадке, тем лучше с точки зрения туристической привлекательности и статуса города Днепр в целом. Ну що ж, дякую вам. Я нагадаю, що сьогодні у нас в прес-конференції в прес-центрі відкритого були Антон Ткаченко, співорганізатор шоу Flight School Кам'янка Open Day, а також Олександр Федосєєв, представник школи пілотів і один із співорганізаторів цього шоу. Говорили про те, що під Дніпром пройде масштабне авіашоу під назвою Flight School Кам'янка Open Day. Долучайтесь. Залишайтесь з відкритим і побачимось.